У жителей этого дома настроение портилось в лифте. Была просто помойка, отхожее место, туалет, черный исписанный лифт. Потом решили, хватит, пора приучаться к порядку. Лифт заменили. Раньше в сгоревшую кнопку пальцем было не попасть, теперь сплошной металл. Таких антивандальных лифтов пока единицы, но эффект того стоит. Этот стоит почти год и ни одной царапины, каждое действие. Пассажира фиксируется видеокамерой. Кстати, сама она тоже антивандальная. Сейчас поиск вредителей, если таковые все же находятся, занимает несколько часов. Строители, меняя двери железные, поцарапали, сделали эти борозды этой дверью. Распечатали, показали. Человек без звука оплатил замену этого куска пола. Теперь за пассажирами с интересом наблюдают операторы и служба охраны. Несмотря на предупреждающую надпись «Ведется видеонаблюдение», в таком лифте жильцы чувствуют себя как дома. Дмитрий Кузьмин, Дмитрий Лихачев, Первый канал.